Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Trespasser. Я, короче, сбегал, взял Узяк, взял The Eagle, там еще в конце был, в общем, заколебался. Это самое, наш гребаный Тирекс лазит, сучка, который нас хочет очень сильно, блять, падла, смотри какая. Давайте попробуем ее захуярить. Иди сюда! Иди сюда, сука! Да-да-да-да-да-да-да, ты! Ты иди сюда! Ну куда ты пошел, блядь? Иди сюда. Бр-бр-бр-бр-бр. Блядь, тут оружки, смотри, уже сколько валяется. Иди сюда, сучоныш. Ой! Чё это было? Это Узяк так стреляет, что ли? Блядь, говно, а не Узяк. Ну куда ты пошел? Иди сюда. Куда же ему надо стрелять, чтобы убить-то, половина сука? Половина обоймы. Половина обоймы. Половинка, полови. Блядь, раптор меня увидел. Да ладно. А не, он сюда не идет. Ты иди сюда. Бэ! Оп! 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 Блядь, его реально вообще захуярить-то? Так-то. Да иди сюда ж ты, придурок ты, крёбаный. Что ты делаешь, танцуешь? Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. А рапторы, смотри, тоже сюда не идут. Ой, он зацепился, смотри, смотри! Смотри, смотри! Сука, придурок ты, ёбнутый. Почти пустой. Все, я пустой. На, подавись, сука, тварь. 4 заряда. А, у меня дробовик, то есть, говорю, The Eagle. Дробыш. Иди сюда. Ва-ва-ва. Почему рапторы его не едят, сука? Ёбаные рапторы. Иди сюда, блядина. Тварь. И этот что-то танцует, и тот танцует, и этот что-то дебил. Слышь, притырок. Вот ты ебанутый. Подожди. Ой, блядь. Где ты? Ух ты, сука, тварь, блядь. Ух ты, сука, ебаный. Ну, сука, стой, блядь. Да пошел ты, короче, нахер. Нельзя его убить. Н. Че ты сюда идешь? Придурок. Иди отсюда. Иди гуляй. Да, да. Тормоз. Короче, придется пробегать, а что делать? Почему рапторы его не жрут? Сука, мне пиздец. Мне сейчас пиздец, пиздец. Беги, сучка, сиськи! Ой, блядь, я не туда забежал. Тиранозавр Рекс. Тиранозавр Рекс, я уже понял. Тиран. Сиськи! Она правила 25 еще сиськи! Лет. Мы вырастили. Блядь! Особей. Что это? 7 властелинов. Я застрял. Блядь, он, сука, храм... Его нельзя убить, реально. Я сколько у него патронов высадил, вот посчитайте, реально. В прошлой серии я сколько с The Eagle, я бью его с The Eagle, я не знаю, он по крошкам бы разлетелся с The Eagle, вы чё? Тем более я 16 патронов в него всадил. С двух The Eagle, блядь. Несмотря на а тут, короче, патроны, ему нихера вообще. Не был медлительным. А что-то тут, короче, видели, смотри. Как он бежал со скоростью 50 км в час. Кто? Тирекс, да он меня он не догнал даже. Хотя он подстрел. Опа, еще один какой-то. А что это за динозавр? Подожди, не знаю такого. Башка какая-то у него треугольная. Ай, Тирекс, блин, можно было его не стрелять, блин, только оружку потратил. Да. Потому что я так понимаю, оружки здесь пока что не будет. Нихера себе открытая территория так-то. Пошли туда. Может тут где что валяется? Что это? Это... Да куда ты? Ну почему ты не можешь подняться? Тут, тут блин, ну ногу подними. Что за звук? А-а-а-а. Это сюда? Где-то ручеек, что ли? Так громко... Где это? Что это? Что за шум? Это дождь? Невидимый. А ты кто? Слышь? Сейчас как дам? Ты? Ты кто? Слышь? Ты вообще кто? Я у тебя спрашиваю. Опа! О, да ладно, смотри. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри, 98-й год, как рисовали воду. Ну ни хрена себе.
Не, ну смотри, волны, в принципе, прикольно. А ну-ка, стоп, у меня есть идейка. Ну-ка, возьми. О, блядь, возьми, сука, подними его. И кинь туда. Сука, ты что, тяжелый, блядь? А этот? Возьми, блядь. Не хочет? Ладно. Вот этот. Антрацит какой-то еще такое. Возьми, блядь, ядрить твою гитлеровская хуйня. Сейчас посмотрим, будет что-то или не будет. Жабка! Ух ты, прикольно, смотри. Нифига себе, 98-й год сделали анимацию в попадание предмета в воду. И еще так четко, смотри. Ну, как сказать, не четко в том плане, что, ну, оно как... квадратненькая, а в том плане, что физика, смотри. Смотри, как вода попадает и как расплываются волны, смотри. Тем более, еще капля попала, еще одна волна была. Блин, сейчас такого, наверное, даже не делают. Сейчас, наверное, не сделают так. Там делают пулька, то это нам попало, бумк, и все, пш, волны разошлись и до свидания. А здесь как-то они плавно, долго расходятся. Так, а чувак, а ты будешь меня есть? Есть будешь? Сиськи не застревайте, блядь. Так, надо как-то проскочить. Мне не с чем, нечем с ним драться. Так, побежали вот так. Ёханыш ты дрыщ. Что за херня? Блях, он меня сопровождает. Так, спокойно. Ты динозавр? Смотри. Вот это. Смотри, как будто бы кто-то там сидит за деревом и выглядывает, падла. Тихо. Ты там стой. Мне сюда в ущелье или мне поверху? Тишина. И тишина. Ну этот что-то вообще меня не трогает, не видит даже. Там что? Что такое? Ущелье смерти? Ой, блин, а подожди, мне надо туда сходить, там что-то есть. Там что-то какой-то коробок. Сиськи. Смотри, какие сиськи. Сиськи, блядь, 98-й год. Сиськи, блядь. Смотри, какие. Ни хрена себе. Четвертый или... Да, четвертый размер, наверное. Так, кто здесь живет? Почему ты застреешь? Возьми вот эту каску. Ботинок. Фу! Выкинь, там, блядь, этот, как его, кость. Ба, прям с этим сожрали. Что это? Ген. Открой. А зачем ты его выкинула? Открой. Его же можно как-то открыть, нет? Серьезно? А вот кнопочка. Не хочет открываться. Ладно, зато я вижу какой-то пикуль. Полный заряд. А я знаю, сколько это. Еще один джип. Еще кто-то, сука, как выскочит. Наверное, зря сюда пошел, да? Тихо. Кто тут живет? Так, никто не живет, что ли? Да ладно, должен кто-то жить, такое ущелье хорошее. Ага. Сучка караулит, блядь. Ага, ага. Привет. Ты тут живешь? Сука, иди сюда. Давай поближе. Сука, ты уверткой какой. Половина обоймы. Бляха, она по три выстрела, что ли, отсечка. Это херовая пушка. Абсолютно херовая. Нихера себе, кого ты тут загрыз, раптор? Смотри, какие. Это огурцы, вообще-то. Нет, не огурцы, это как их? Кабачки. Да, блядь, еще. Ебаха, да ну нахер, я пошел назад. Я манал, у меня патронов не хватит их ушатать. Если бы один, то еще да. А так...
Так что гуляйте, я пойду поверху. Блин, далеко возвращаться. Ну да ладно. Так, вот ты так с рукой идешь, классно, женщина. Ну и просто пипец. Ну хорошо, что она бегает бесконечно. Вот в чем еще плюс. Она прям спортсмен. Четкий спортсмен. Бегает прям вообще. Человека сожрали вообще-то. Только не говорите, что я, блядь, не вылезу. Я вас убью нахер всех. Где мой пекаль? Где ты? Сука, дура, что ли? Бля, половина она... обоймы. Я взял пистолет, и нельзя отсюда выйти? Вот вы ублюдки, ядрить твою мать. Лучше бы я сюда не шел. Ай, бля, придется идти туда, к раптору, и бежать от него. А что делать, меня не хватит патронов. Да что ты застреваешь? Не застревай, сучка, тут нету ничего. Не пизди. Вот она, короче, неадекватная какая-то. Физика физикой, но ты, блин, не зацепайся за вот такие камешки, блин, которые тут лежат. А и то их вообще нету, она зацепается все равно. Так, один, ну один раптор тут уже лежит. Вроде не двигается. А может, здесь еще оружка есть? Ну потому что мне не хватит реально патронов. Я камнем не буду его шибашить. Иди сюда, попробуй тебя. Ну куда ты ушел? Ой, блядь, я тут еще один. Так, ты у нас первый идешь. Почти пустой. Пуст. Ты сказала почти, ебаная курва! Ты, блядь, вообще умеешь считать, сучара? Еби его! Блядь, в смысле, беги! Тура стоит, зацепается за текстуры. Ко, вот это конина, реально дура, блядина. Тихо-тихо-тихо, беги-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 
рапторы идут, блядь, за хвостом. Чё это? Текстуры пропадают, сейчас провалюсь, блядь, я знаю. Куда я иду? Вы чё, в пропасть, что ли? Ёлки-палки, я сейчас к какому-то динозавру как приду. Так, они отстали, хорошо. Куда меня занесло? Нахера я сюда пошел, блин, и выйти ж нельзя. Вот пошел бы я поверху, забил бы на тот гребаный ящик. Я ж думал, можно его открыть, там что-то полить. Бляха, меня в какую-то пещеру загнали. И сейчас тут будет куча, куча динозавров. У них тут тусня будет. А, еще, конечно, рычи, рычи, да. Вот тут прям, смотри, сейчас будет. Ну, я же говорил. Смотри, где он? Зачем меня сюда загнали? Это же загнали меня специально. Ну, в смысле, не просто так. Ну, не случайно. Я же не случайно сюда попал, правильно? Вы серьезно? А как? Вы меня сюда загнали без оружия. Насунули мне кучу рапторов. Значит, такие модные, блядь. И что мне делать? В прятки с ними играть или что? Я вообще в шоке. Нахера я сюда пошел? Ну ладно, они пока внизу. Камнем я нихера не сделал. Есть шлем. Если есть шлем, значит должна быть где-то оружка какая-нибудь хоть. Минимальная. Бляха, дали, блядь, пистолет с отсечкой по 3 выстрела, говёный. Который, блядь, еще и, сука, там было всего на 4 выстрела или на 5. Ну да, и что мне делать? К рапторам идти? А может быть, их как-то отвлечь можно? Что это? Раптор, беги, вон, смотри. Вот, смотри, вкусная штука, я отвечаю просто. Смотри, беги туда. Придурок. А если ему камнем по башке заехать? Ну ладно, мне как-то спускаться надо по-любому. А так подожди, а как я спущусь-то? Она же убьется. Я уже спускался так. Ау. Да, вот именно. То, за что я тебе и говорю. Ау, блядь. И сиськи теперь у меня красные. Что за звук? Блядь, тут вертолет разбился. Беги, дура! Я не слышу нихуя. Ой.
Все, меня заебашили. Эй, куда ты меня тащишь, блядина? Ты голову сломал об меня, что ли? А что, я буду так лежать? Я могу встать? Нет, я не хочу рестартнуть этот левел. Что, я так буду до посинения лежать, да? Хорошо, с диска. Бляха-муха! Это все надо пиздярить, то, что я пропиздярил, да? Это бесполезная серия получилась. Ну, хорошо, понятно. Будем знать, что хотя бы оружку теперь не надо тратить. А как меня тут раптор перегнал вообще-то? И будем знать, что туда вниз не надо идти тоже. Иди сюда, притырок. Притырок ты двуногий, иди сюда, или четырел... Блядь, не знаю какой ты. Короче, дебил ты. Что ты делаешь? Полный заряд. Полный заряд. Блядь, я тут рапторидзе. Не трогать, я тут просто гуляю. Я просто гуляю, слушаю птичек, никого не трогаю. Синенькая текстурка. Тираннозавр Рекс. Ты как-то поздно начинаешь о нем говорить. Она правила 25 миллионов лет. Мы вырастили. Блядь, опять не туда пошел. 7 властелинов острова. 7 властелинов. Вы кони вообще, дебилы. Вас кто вообще финансирует эти проекты такие? Вообще дебилы, что ли? Прогнозы. Безмозглые люди. Мы видели, как он бежал со скоростью 50 км в час. Угу. А я тогда что, 60 бегу? Что он меня догнать не может? Ой, безмозглые люди абсолютно финансируют такие проекты. Просто пипец, как так? Вот, ну... Они вообще абсолютно не продумывали все факторы риска, что это по-любому риск, по-любому, стопроцентовый. Тут даже, блядь, я не знаю, и дебилом быть не надо, чтобы это понять просто. Ты не сможешь управлять ими никогда в жизни. Ты человеком не научился управлять, чтобы это самое. А ты будешь управлять вещами, которые вообще не понимают тебя, что ты вообще такое есть, что тебя можно только сожрать и все. Но нет, они все равно будут это делать. Они будут создавать какую-то неведомую хуйню, которая абсолютно не нужна. И будут еще их поддерживать. Да, делайте. Нам же так хочется побыстрее сдохнуть всем. Чувак, ты меня не трогаешь, да? Ты хороший. Будь хорошим, не трогай меня. Будь хорошим, сказал. Нихуя себе! А ты какого хера тут гуляешь? А вы что, почему вы не деретесь друг с другом? Вы вообще абсолютно два разные вида, вы должны драться. А ну-ка деритесь. Я посмотрю. Опа! Так, этот что-то затанцевал. Ты, короче, не два... Понятно, здесь немножко косяки в том плане, что динозавры немножко неправильно сделаны. Они должны драться между собой. Рапторы должны на тираннозавра нападать. Тем более два раптора. Что это? Камень? Я пойду поверху, мне похер. А, сука, не дадут, прикинь. Вот твари, блядь. Как я там пройду? Они не дадут мне поверху пройти, я съеду все равно. Смотри. Вот, блядь, пидорасы. 4 заряда. 4 заряда. Ну хорошо, одного раптора мне хватит убить, второго раптора мне хватит убить, третьего раптора мне хватит убить. Ну а тех, как я убью? Чё там такое? В смысле? Блядь, я бой века пропустил. Тираннозавр его завалил. Терек его завалил, прикинь. Ты чё делаешь, женщина? Блядь, придётся по-любому сюда идти. Полный заряд. Полный заряд херни. Хитро сделали. Полный заряд. Хитро сделали разработчики так, что ты не пойдешь в другую сторону. То есть, куда ты хочешь, ты не пойдешь. Не по-любому сюда. Я никак поверху не пойду. Потому что... Там, видите ли, очень скос большой. Она упадет. Соскользнет и упадет. И опять это сюда застряло. Сука, ну ладно, эти все косяки, ничего страшного. Эти передвижающиеся косяки.
Они и сейчас в играх есть, то это 98-й год, тут вообще ничего говорить не надо. Так, хорошо, смотри, есть два раптора, три. Я могу, в принципе, сэкономить оружку чем? Выстрелить в него. И он, сука, дебил. Нет, он, сука, тормоз. И он убежит. Почти, да? Ох ты, сука! Где моя пушка, блядь? 4 заряда. Кана нахуй! Ублюдочина. Тварь. Ну-ка иди сюда, блядь. И ты тоже иди, блядь. О, ушатал. А где пушка-то? Ты чё танцуешь, тварь? Где моя оружка делась? А вот она. Твари, таки напали на меня. Прикинь, даже не убежишь от них. Сука, сиськи мои. Блядь, они у меня... Чё ты не бежишь? За что ты зацепаешься? Вот из-за такого, из-за таких приколов я тупо сдыхаю. Может, тут какая ружка есть? Да вроде не вижу. Я не понимаю, как разработчик собирается, чтобы я тут проходил. Вот, кто, вот там, вот то место, там три... Сколько там, два раптора или три? Там тоже два раптора, или три даже бегает. И сиськи еще у меня покоцали. Суки. Как они собираются, чтобы я проходил без оружки? Без, вообще абсолютно, без ничего. Что, камнями отмахиваться или что? Так какими камнями, вы что? Ебанутые совсем. Да, вот эта серия бесполезненькая получилась. Ну да ладно, сейчас я пока дойду, наверное, у нее сиськи восстановятся. Ну да, восстанавливается уже. Еще разочек восстановится. Сделали автозаживление. Смотри, 98-й год. Не хилки сделали, что есть там аптечки, там тролливали, а вот а именно автохил. Сделали. Ни худа нету, ни патронов сколько у тебя, ничего нет. Ты просто тупо на ориентире. Она что-то там считает неправильно, математик с нее хуёвый прям вообще. В первый класс надо отправить. Говорит, почти пуст, пуст. Как это почти пуст и пуст? Это две разные вещи, ты, женщина. Говорит, почти пуст, нажимаешь, уже пуст. Она вообще не понимает, сколько это почти пуст и пуст вообще. Три раптора. Спуститься я могу только там. И то хуёво могу спуститься. Или тут. Или тут я смогу спуститься. Там, в принципе, все равно ничего нету. Что это? Так, ты падла. Так, этот сдох. Блядь, я застрял. Ты чё там? Я застрял теперь опять тоже. Тут ты... Я застрял. Блядь, давай, давай, женщина, давай, двигай, двигай попой, двигай туда. Двигай потихой, давай, 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 ты сможешь, я знаю, выйдешь. Давай, давай, мне подпрыгнуть надо. Она не прыгает, смотри, с такого места. Ну, да. Блядь, еще этот где-то там. Ну, давай, 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 давай. Ну, ты же уже вышла, что ты, почему, что тебе мешает? Да что тебе мешает, ну, объясни. Что ей мешает пойти дальше? Не понял. Что тебе, блядь, женщина мешает? Ты уже вышла давным-давно. Да неужели? Ты сука. Тварь. Пошли вы в жопу. Сейчас музыка будет громкая. Если чё. Вы тут тиранозавров грызёте прям. Так, оружки я не вижу. Угу. Да-да-да-да-да. Вон оружка. А, это не оружка, это крыло, блин. Здесь вертолет какой-то разбился. А где вертолет? Вот вертолет. А я думал, съели. Что-то он маленький какой-то. Иди. Все, последний. У меня еще дробовик был. О, ладно, последний так последний, иди нахер. Так, МП5-очка со мной пойдет. А вот это точно со мной пойдет. Осталось 6. Осталось 6. Не осталось 6, а полный заряд, бледина. Иди вперед! Ох, как же она меня бесит своими. Да за что ж ты тут зацепаешься? Объясни, тут ничего нет. Здесь просто ровная поверхность. Зачем ты так делаешь?
пиздюленько. Сейчас найдем, короче, какого-то динозавра. Наверное. Почему время так быстро идет, когда записываешь? Когда играешь, блин, когда что-то делаешь, так медленно идет, а так прям уже 25 минут прошло. Ну что такое? Я же только сел. Так, никого. Ну я куда-то двигаюсь хотя бы, это уже хорошо. По бырику. Хорошо, что можно бегать все время. Опа, раптидзе. Один. А ты что, уже меня заметил? Нихера ты глазастый. Пять. Четыре. Три. Ты хули... Блядь, нихера себе не мощные так-то. Три выстрела держит с этого, с револьвера. Три вы... Тихо там. Тихо там, Откуда ты? Подожди, может, он меня не тронет? Откуда он пришел? Сверху? Ну хорошо, ладно, на этом мы сэкономили. Он за мной не пойдет? Так, кто-то еще рычит. Вот что ты не можешь подняться, объясни мне, пожалуйста. Тут выход, тут мне, блядь, разработчик сказал, иди сюда, ты почему не можешь выйти? Ох ты, падла. Бежит за мной. Там нельзя выходить, иди сюда. Там выхода нет. Веди сюда, вот, смотри. Слышь, вот, молодец, отлично. Парень шарит. Хорошо, мы его наебали чуть-чуть. Смотри, тут я вышел, там я не пройду 100%. Значит, мне сюда, по бревнухе, идти. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. И продолжим следующий. Ну, блин, ну такая серия получилась какая-то никчемненькая. Потому что там тупо сделали... Хернюшку сделали, ладно. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Где там тот придурок? Ссылки будут в описании под видео. Комментируйте. И все... И, короче, всем до встречи в следующей серии Треспессера Юрский период. И все, всем пока.